Приветствую, друзья. Действительно, на моей картине, вот посмотрите, здесь такой ревнивец, он такой агрессивный какой-то, а здесь такой вот, такой миролюбивый, с цветочками. На самом деле, мне там в комедии написали, что, может быть, как раз-таки это положительный герой, потому что как бы он такой искренний, такой, такой немножко агрессивный такой, а этот такой, может быть, и искуситель. Да, это очень интересный взгляд, спасибо вам большое. Да, очень интересный взгляд. Я об этом, кстати, не подумал вначале. Я как раз рисовал этого хорошего героя. А на самом деле в жизни часто так бывает, что тот, который выглядит очень хорошо, такой вежливый, такой говорит хорошими словами, а на самом деле в результате оказывается, этого-то сразу видно. Вот, ну вот послушайте меня. Мне тоже хочется говорить, как есть, и поэтому вот мне, например, сегодня, мне бы напомнить о вебинаре, который будет в среду в 20 часов, очень интересный, полезный, куда вам надо в Zoom выходить и вопросы волнующие задавать. А я в это время хочу, например, рассказать, почему у нас мир так получился, что все валится, в мире все валится. Ну, давайте я скажу то, что я хочу. И вот, послушайте, получилось так потому, что очень много людей, особенно те, которые наверху, ну, есть там и умные люди, есть там и глупые люди, но в основном, когда люди дальше своего носа не видят, что это означает? Когда они, вот, например, мы говорим, мы школа человечности, мы школа человек будущего, Homo Futurus. Что значит решать вопросы по-человечески? Это значит видеть дальше своего носа. Это значит понимать, что в результате все равно, если решая вопрос, не учитывать высшие общечеловеческие ценности, то в результате все равно получается какой-то прокол, какая-то засада, какой-то обвал, какая-то неприятность, какая-то революция, какая-то война, какая-то несчастность людей. Ко всему надо относиться по-человечески. И вот я много анализировал, от чего же это все зависит, почему же в нашем мире, на планете Земля, время от времени происходят вот такие процессы, когда нами начинают управлять люди, которые дальше своего носа не видят. То есть делают вещи не по-человечески. Вот когда это происходит? Вот возьмем один пример. Ростовщичество. Сколько стоит помощь? Обратите внимание, это очень важный момент, краеугольный момент в определении понятия, почему с нами так на Земле происходит. Сколько стоит оказать помощь, спасти человека, например? И вот есть там разные религии, есть разные школы, есть разные философии, есть разные там курсы. И вот там вообще-то этот вопрос сквозит. Я помню один случай, когда очень трудно было доехать по каким-то причинам до аэропорта. Ну, было в Москве такое, что очень трудно было доехать. И вдруг таксисты резко подняли цену. Вот именно тогда, когда трудно было доехать до аэропорта, резко подняли цену. Это называется «дальше носа своего не видеть». То есть они поступили не по-человечески. Но я могу понять, что семью кормить надо, я могу понять, что пассажиров было мало, я могу понять все остальное. Я могу понять жен, которые требовали от мужей, чтобы они больше зарабатывали. Я все это могу понять, но в общей совокупности получилось, что именно тогда, когда нужно было людям помочь, в этот момент резко возрастает цена помощи. Вот ростовщичество – то же самое. Вот кто сегодня владеет платформами? Кто управляет миром? Кто управляет нами? Нашим сознанием, но тот, кто дает нам информацию. Почему они стали управлять нами? Почему они слились с банкирами? Потому что они именно
занимаются ростовщичеством, то есть они дают кредиты, ну, оказывают помощь для развития, для существования, дают кредиты, все живут на кредитах, потом что-то происходит, и вы становитесь пленниками своего будущего, потому что вы не можете жить, потому что вам руку помощи оказали, но очень дорогую. И вот вопрос заключается в этом, что когда люди не видят дальше своего носа, а это значит относится ко всем не по-человечески, поэтому у нас сегодня вот так и получилось, что кризисы и войны, кризисы и войны. И вот я должен делать скоро там с несколькими людьми на телеграм-канале, кто еще туда не записался, тоже запишитесь параллельно, потому что там я буду делать этот ролик такой взрывной, о котором я говорил, как, например, используются наши собственные инстинктивные действия, которые нам помогают в крайнем случае самих себя спасать и выходить на состояние творческое, разгрузиться и загрузиться правильным вектором движения, как наши собственные инстинктивные действия используются для манипуляции. И вот не хочу это сразу вот так вот говорить, что это в такой-то стране используется или в такой-то стране используется, потому что сейчас сложная ситуация в мире, и люди каждой страны будут находить именно, а вот так нам делают, вот так, а это как раз вы там делаете для нас так и так далее. Я не хочу, чтобы раздору это послужило, поэтому примеры будем приводить там очень аккуратные, очень такие, чтобы вы сами догадались в результате, о чем идет речь. Но кусочками я буду подавать материал таким образом, и там со мной вместе будет участвовать мой друг, которого я недавно с ним познакомился, и он сделал этот инсайт. Оказывается, наши действия, самые простые приемы, используются для манипуляций. Да, ну поэтому мы эти приемы и в книгах, да, и в книгах я всегда даю и не боюсь, что их узнают. Вот в последней книге, видите, новые приемы написаны наверху, новые приемы, и как использовать белые стороны черной дыры страха. Да, тут очень много уникальных приемов. Вы просто подивитесь, когда прочитаете, насколько же они простые. И тогда вы сразу поймете, что этими же приемами нами могут манипулировать. И тогда вы сразу разберетесь в таких сложных вещах, до которых вы просто даже раньше и не задумывались. Да, ну давайте посмотрим. А теперь до встречи, друзья. Я в конечном счете хочу сказать вам главное сейчас. Я недавно просматривал в интернете отзывы всех людей, которые занимались на каких-то курсах. Там по саентологии, потом по психотерапии, по психоанализу, по йоге и так далее. И в результате я увидел, что они говорят об одном и том же. А именно, что они, несмотря на обстоятельства, чувствуют меньшее давление обстоятельств. Что они, несмотря на обстановку, больше сохраняют себя, свое состояние эмоциональное, позитивное, независимо от трагедийности ситуации, скандалов, каких-то неприятных обстоятельств, неприятных новостей. Больше занимаются любимым делом, снимают лишнее напряжение, меньше зацикливаются. Они все говорят об одном и том же. Так вот, когда мы обучаем на бесплатных ликбезах методике разгрузка с перезагрузкой, когда человек из шторма, напряжения выходит на штиль безмятежности, так это и есть выход на нулевое состояние, откуда он черпает восстановительную энергию. Это сейчас так модно говорить, можно сказать, где там он восстанавливается, а сейчас можно сказать, черпает восстановительную энергию. Но это модные слова такие. Так вот, там он черпает энергию, восстанавливается,
нулевом состоянии и начинает лучше понимать, как решать те или иные вопросы. Я еще раз повторяю, что нерешаемых вопросов нету, надо просто не зацикливаться. И если вы зацикливаетесь на каком-то вопросе, болит у вас в душе что-то, или нога болит, и вы зацикливаетесь и не можете ни о чем другом думать, или за квартиру нечем заплатить, или там еще что-то не можете делать, зацикливаться не надо. Надо делать вот эту разгрузку с перезагрузкой, надо через это выходить на состояние безмятежности, дистанцированности эмоциональной, от этого эмоционального интеллекта на здравый смысл, и там появляется здравый смысл, когда вы можете думать о том же самом, но уже спокойно, разумно, и находить лучшие решения. Да-да. Видите, сколько я вам наговорил, чтобы немножко вас отвлечь от всего. Одновременно я вас загрузил новым пониманием вещей, кто первый раз сюда зашел. А кто первый раз сюда зашел, пожалуйста, прочитайте описание под видеороликом. И там много чего узнаете. Где вы находитесь, зачем я говорю, о чем я говорю. Почему здесь одновременные картины, и я говорю о методике разгрузка с перезагрузкой? Потому что она и лежит в основе всех других методов. Просто там это не видно. А здесь мы это показываем, рассказываем, объясняем. И поэтому это проще, быстрее, эффективнее. Да, это помогает и людям, и которые восстанавливаются из болезни, оздоравливаются. Хотя мы не клиника, я просто даю советы. Да, и это не образование, когда я провожу эти курсы. Нет, это просто советы, чтобы... А потому что у вас это все внутри есть. Ключ у вас внутри. Я вам просто рассказываю, показываю, как вы это... делали инстинктивно, а теперь можете делать сознательно. А это значит с новым совершенно качеством жизни. До встречи, друзья!